пожалуйста, откуда узнали о компании «Студия ремонтов»? Откуда узнали? Да. Мы долго искали вообще, когда мы потом, почему-то именно на «Студии ремонтов» как бы остановился. Я заявку сделал, приехал замерщик. А через сколько время приехал к вам замерщик? По-моему, на следующий день. На следующий день приехал замерщик? Да, да. Сделал смету? Сделал смету. Через сколько дней приехал к вам прораб? Прораб, по-моему, через пару дней или... Два-три дня, да? По-моему, после выходные, Симон, скажите, пожалуйста, а по времени сколько у вас ремонт занял? По времени ремонт? Да. Сколько делали ремонт в вашей квартире? Примерно 2,5 месяца. 2,5 месяца. У вас здесь полноценная трехкомнатная квартира получается, правильно? А скажите, пожалуйста, Симон, а в какую сумму вам обошелся ремонт, если не секрет? Мы еще не посчитали. Нет, за работу сколько заплатили? За работу, и это тоже еще не посчитали. Это тоже не считали. Да. Все понятно. Потому что я веду это сам отчет. Отчетный свидетель. Да. Когда мы перейдем, тогда сочетаем посетить. Ну понятно. Да, сколько там. У вас здесь еще даже мебель не завезена, планируете скоро мебель завозить, да? Да. Понятно. Плюсы и минусы нашей компании. Вот. Материал доставляли все вовремя, все хорошо было. Да, все было. Вы заказывали материал? Мы заказывали материал компании, его предоставляли, как вовремя, все нормально было. Все понятно. Спасибо огромное. И вам спасибо. Спасибо нашей. У нас прекрасная. Спасибо наши заказчики, спасибо наши подписчики. На этой благоприятной ноте мы прощаемся и желаем всем вам всего самого хорошего. Спасибо огромное. До свидания.